Так, какие-то новые призы Star? И что это значит? А мне кажется, что прямо сейчас мы, конечно же, это узнаем! Самое крутое событие в истории Бравл Старс! И оно принесет игрокам 100 призов Star! Мы ей попросили Фрэнка, чтобы он дал добро! Мы все тщательно просчитали! Даже два раза! Ха-ха, это было смешно! И теперь вы будете радоваться самому худшему, что есть в Бравл Старсе! Это что, получается, мы на халяву сможем получить 100 призов Star? Борис, ты все правильно понял. А что для этого нужно сделать? Наверное, просто играть в Бравл Старс. Нужно просто посмотреть видео дальше и все сразу же узнать. А вот это, Борис, хорошая идея. Это событие сообщества со 100 призами Star. Ваша задача заполнять эту шкалу. Если вам это удастся, вы получите 100 призов. Но для этого понадобится зарабатывать худшие награды в игре. Редкие призы Star. Чего? Мы должны выбивать именно редкие призы? Это как-то странно. Подожди. Кубик, чего ждать? Нужно смотреть дальше. Получили легендарный приз? Ну такое. Получили редкий? Ура! Все продвигаются вперед. Вам нужно набрать 1,5 миллиарда редких призов Star. Офигеть! Эта задача разбита на промежуточные этапы по 300 миллионов. Засчитываются только редкие призы Star. Чтобы помочь вам, пока идет событие, в магазине вас ежедневно будет ждать дополнительный приз Star. Мы уже можем его открыть? По всей видимости, да. Прямо сейчас срочно зайдем в Brawl Stars и, конечно же, это проверим. Но мы вообще-то еще не досмотрели. А по достижении второго этапа ежедневный приз Star удвоится. О! Следующий этап дадут вам, соответственно, 1, 3 и 5 случайных призов Star. Да, звучит не очень соблазнительно, но зато в конце достигнут цели, все получат целых 100 призов. Внимание, важная информация, смотрите на меня. Эти призы Star можно получать только если у вас не меньше 400 трофеев, чтобы у нас не расплодилось множество свежих учетных записей и не перегрузило наши серверы. В смысле? А если у меня меньше 400 кубков? Тогда никакие призы ты не получишь. Да, Борис, и мы это вообще-то уже выяснили, когда записывали прошлое видео, когда открывали целую кучу призов. Ну да. А я об этом даже совсем забыл. И еще более важная информация. Посмотрите на Марцева. Чем больше редких призов Star вы наберете, тем больше ваши шансы получить мегаприз. Чего? Мегаприз получит 100 игроков, и это 100 легендарных призов Star. Офигеть! Так что чем меньше вам повезет, тем больше вам повезет. Событие со 100 призами Star продлится 10 дней, и оно начинается прямо сейчас. Йо-ху! Больше всего мне интересно, кто же получит этот мегаприз целых 100 легендарных призов Star. Это вообще законно? Кубик, ты просто представь, что из них может выпасть! Мне кажется, вообще ничего, потому что из Brawl Stars'а обычно нифига не выпадает. Не, Сёма, здесь у нас точно есть все шансы выбить что-то крутое. Так, подожди, Кубик, здесь вроде были еще какие-то пасхалочки. И какие же? Ну, во-первых, в этом фрагменте, походу, запылили новенький гиперзаряд. Нифига себе, Борис, ты, походу, был прав. Там есть какие-то три руки, а это гиперзаряд на кого? Мне кажется, что на Шелли. Сёма, во-первых, гиперзаряд на Шелли уже есть, во-вторых, он точно сюда бы не подошел. А, я понял, это, наверное, на Джина. А вот это уже более вероятно. Ставь лайк, если думаешь так же. Так, интересно, а там еще какие-то пасхалки были или нет? Мне кажется, что разработчики спрятали пасхалки прямо на этой доске. Так, давай посмотрим внимательно. О, Кубик, смотри, есть какая-то формула, в которой написано «спайк», корень из бэд? Типа корень из плохого. Плюс редкий приз. Равно что-то очень хорошее. Так, нужно еще очень внимательно посмотреть. Может здесь вообще спрятаны какие-нибудь имена следующих бравлеров? Ого, ты думаешь, даже могут быть такие пасхалки? Да, Сёма, потому что их разработчики могли спрятать просто на любой секунде. Ага, это ты правильно подметил. Надеюсь, то, что наши зрители смогут их найти, потому что вы будете намного внимательнее. Кубик, я нашел. Следующий бравлер будет Хокс. Сёма, я, конечно, понимаю, эта надпись реально выделяется на фоне всех остальных, но название бравлера Хокс, мне кажется, звучит как-то странно. А вот потом следующий Браутолк посмотрим и сами все узнаем. Окей, надеюсь, то, что мы это хотя бы запомним. Ха-ха, я точно не забуду. Кстати, Кубик, после этой надписи есть уравнение слова Rare, то есть он, возможно, будет редкий. Кстати, а вот это уже логично, потому что редких бравлеров у нас капец как давно не было. Да, парни, ну все, погнали уже в Бравл. Окей, Борис, как скажешь, Бравл Старс у нас уже загружается, и сейчас посмотрим, какие у нас есть изменения. Ого, сразу есть первый подарочек,
Их реально будет 10. Ну да, Борис, а ты что, думал то, что разработчики тебя будут обманывать? Не, нифига подобного. Эти подарки мы сейчас заберем. Мне вообще-то должен выпасть редкий, а выпал легендарный. Да уж, мы теперь расстраиваемся, потому что нам выпала легендарка. Сёма, ну ты же понимаешь, нам нужно фармить редкие призы стар. А здесь просто сразу же с самого первого выпало лего. Мне кажется, что разработчики сейчас просто взяли и увеличили шансы на легендарку, на мификов и на новенькие скины. Ого, сразу новый скин на Вольта. Неплохо. Да, согласен, скин выглядит прикольно. Можно за него даже поставить отдельный лайк. Но нам вообще-то лучше получать обычные редкие призы. Вот именно, Сёма. И я тебе говорю о том же. Но мы же можем прямо сейчас их просто получить. Опа-на, у нас еще и мегакопилка есть. Мне кажется, что призов будет очень много. Кстати, Кубик, а ты понял то, что легендарные призы получат те, которые откроют больше всего редких призов? А, реально? Этот момент я как-то упустил. Тогда нужно просто продумать абсолютно все способы, как можно по максимуму нафармить редких призов. Ага, сейчас мы, конечно же, это посмотрим и всем подписчикам подскажем. Потому что таких людей будет всего лишь 100 человек, которые получат по 100 легендарных призов стар. И я бы на самом деле хотел бы быть одним из них. Не, Кубик, не будешь. А вот это мы еще посмотрим. Чтобы это сделать, нужно сразу же фармить как можно больше побед. И я отправил все это делать. Окей, решили сыграть за Месси. И мне кажется, что это один из моих самых нелюбимых бравлеров. Но я, конечно же, попробую за нее затащить. Но мне кажется, что нифига не выйдет. 20 минут спустя. Парни, вы просто не представляете, насколько это хардкорно. Я просто запарился, я сделал всего лишь 4 победы. Да, согласен, квест был за 5 побед, но там просто одна катка у меня уже была выполнена. Следующий приз будет мифик, вы серьезно? И что же там будет? Монеты. Спасибо, конечно. Следующий эпический. Я вообще не понимаю, что, блин, происходит с этими призами стар? Почему на них увеличили шансы? Ага, нам бы наоборот, лучше побольше редких призов получить. Но походу разработчики решили нас заскамить. Окей, это мы обязательно исправим. И думаю, то, что сейчас сможем открыть еще несколько призов. И надеюсь, то, что хотя бы они будут уже редкие. Так, давай посмотрим. Блин, сверхредкий. Да сегодня редкие вообще будут или нет? Очень сильно надеюсь, то, что да. Смотри, мы уже открыли 5 призов. И это первый редкий. Обычно тебе вообще нифига кроме них не выпадает. Ага, а сейчас наоборот. Это всего лишь второй подарок. Я вообще не понимаю, как это работает. И давай сразу же посмотрим на ту самую шкалу. Сколько у нас уже заполнилось? Пока что очень мало. Блин, Кубик, а как ты думаешь? Мы за 10 дней вообще справимся? Я не знаю, Борис, но очень сильно в это надеюсь. Если что, здесь та же самая подробная информация, которую мы уже видели. Тогда мы читать ее даже не будем. Ага, а вместо этого просто попробуем разобраться, где же можно нафармить как можно больше редких призов. Так, смотри, мне кажется, что должен быть, во-первых, нулевый аккаунт, где мы еще не проходили Бравл Пасс. Да, и у нас точно должен быть активирован Бравл Пасс Плюс. Чтобы было как можно больше квестов. И чтобы Бравл Пасс мы смогли пройти до самого конца. А я пока что просто возьму и открою еще парочку призов. Может, мне выпадет еще редкий, и это так и будет. То есть мы стали еще немножечко поближе к легендарным призам. Но знаешь, Борис, все-таки есть такое предчувствие, что их получить у нас не выйдет. Это еще почему? Ну потому что, во-первых, до сегодняшнего дня мы уже открыли несколько призов в начале пути, а еще забрали награды на пути к славе. Ведь, как ты знаешь, здесь тоже есть очень много призов стар. Ты просто посмотри, их дают буквально за каждые 200 кубков. То есть, получается, должен быть вообще нулевый аккаунт? Да, Борис, ты все правильно понял, потому что этих призов реально очень много. Но, насколько я помню, они есть всего лишь до 10 тысяч кубков. В смысле, Сёма, а дальше что, их не будешь, что ли? Вот, а, легендарный, понял, это не то, и дальше по ходу призы у нас реально заканчиваются. Да, Кубик, потом после 10 тысяч кубков у нас есть только мифические легендарные призы. Ага, то есть получается желательно докачать аккаунт с нуля до 10 тысяч кубков. И чтобы он еще был в клубе, чтобы прокачивать мегакопилку. Потому что эта мегакопилка принесет тебе еще плюс 20 призов стар. А если займешь топ-1, то целых 23. И тогда шансов реально будет намного больше. Ну а еще, конечно же, не забывать каждый день заходить в Бравл Старс. Так, а где здесь ежедневные призы? А вот, они появились, просто сначала их не было, и я даже на секунду испугался. Не сыплю, так вот они есть. Давай посмотрим, что же здесь выпадет. О,
редкий! Да уж, на самом деле вообще не думал, что буду радоваться этим редким призам Star. А еще нельзя забывать про вот эти вот подарочки, которые находятся около кнопки «Играть». Да, каждый день нужно обязательно выигрывать по 8 каток. Кубик, а мы же можем еще фармить настоящую лигу! Нет, Борис, это вообще бесполезно! Бесполезно, почему? Да потому что нам здесь будут давать ранговые призы, а как ты понимаешь, они нам не нужны. И дальше будут давать эпические, мифические и легендарные. А, ну да, а эти призы нам вообще не нужны. Вот именно, Сёма, молодец, что ты об этом догадался. Так, давай еще новенькие события заберем. В смысле, Кубик, зачем? Чтобы здесь тоже прокачивать Бравл Пасс. Борис, это же логично. Ну да. Ну и как ты помнишь, у нас есть очень много аккаунтов, на которых нету 10 тысяч кубков. Ого, Кубик, ты что, зашел на мой аккаунт? Да, Сёма, ты все правильно понял. И здесь мы можем забрать абсолютно все вот эти вот призы. Только у меня тут подарочки немного другие. Походу, здесь 10 призов у нас не будет. Ха-ха, вот и лошара. Нужно было, потому что эти ежедневные подарки забирать побыстрее. Я-то откуда знал, что так вообще будет? А вот, Сёма, будешь теперь знать то, что Brawl Stars нужно заходить чуточку почаще. Так, здесь подарок я уже забрал. Реально? Когда ты успел? Борис, да тут тоже был другой подарок. За 24-й день. А за 25-й будет мифик? Неплохо. Да, Сёма, ну ты же понимаешь, это не то, что нам нужно. Так, зашли еще на один очередной аккаунт, и здесь у нас должны быть те самые подарочки. А нет, здесь тоже 9-й день. Блин, Кубик, ты что, на все свои аккаунты тоже не заходишь? Борис, а на самом деле, мне кажется, что это даже будет намного лучше, потому что ты просто посмотри, сколько здесь есть подарков. Ага, только одна небольшая проблемка. Акция продлится всего лишь 10 дней. А, блин, ну да, совсем про это забыл. Еще и здесь выпал легендарный. Да что вообще происходит? Ого, Кубик, Лего, это же вообще прикольно. Да, но не в ближайшие 10 дней. Потому что я бы мог выбить целых 100 легендарок. А получил всего лишь одну. И вот этот вот ненужный скин. Ну не знаю, скин вроде приколдезный. Смотри, как он танцует. Кубик, а это что? Получается, когда мы заполним полностью эту скалу, будем открывать 100 призов Star! Борис, мне кажется, мы откроем 100 тысяч призов Star, потому что у меня же есть очень много аккаунтов! И на всех аках открывать будем по 100 призов! Мне кажется, что видео будем записывать целую вечность. Ага, и это же вообще прикольно. Если ты не хочешь этого пропустить, не забудь подписаться на канал. Тем более, что на моем канале Кубик уже почти что 1,5 миллиона подписчиков. Давай их добьем, а потом пойдем к цели 2 миллиона. Эх, но мне кажется, что об этом мы можем только мечтать. Нет, Борис, если подписчики нам помогут, то наша мечта 100% осуществится. А здесь у нас прямо сейчас должен появиться еще новенький подарочек. Надеюсь, то, что хотя бы здесь не будет легендарки. Редкий, редкий, редкий и редкий. Хорошо, что он все-таки остался. Ха-ха, Кубик, ты такой вообще глупенький. Радуешься, что выпадает редкий приз. Да, я, конечно, понимаю то, что легендарка это хорошо. Но, как ты понимаешь, сейчас нам нужны только редкие. Так, парни, а есть еще какие-нибудь способы получить призы? Точняк, Борис, нужно просто зайти в магазин. Что ты задумал? Смотри, Сёма, мы же можем просто купить вот эту вот акцию с вором Эдгаром. А, которую покупали в прошлом видосике. Да, Сёма, ты все правильно понял. Только мы там немного ее не докупили. Ведь если потратить еще 49 гемов, тогда нам дополнительно дадут настоящие призы Star, причем целых 5 штук. Ого, а я их даже сразу не заметил. А потом еще и легендарный. Да, Сёма, легендарный мы, конечно, тоже можем получить, но нам он не нужен. Ну, не знаю, а я был бы не против его открыть. Ага, откроем, только как-нибудь попозже. Ну, а теперь предлагаю зайти на аккаунт ребенка Кубика. Только никому об этом не скажем. Борис, зачем ты вообще зашел на его аккаунт? Он опять прямо сейчас сюда придет. Не, Кубик, не придет. Я его немного вырубил. Сёма, ты что, совсем дурной? В смысле, блин, вырубил? А, да он просто что-то в последний раз выпендривался, но я решил с ним разобраться. Я очень сильно надеюсь, что Сёма меня все-таки обманывает, и никого вырубать он не стал. Вот сверхредкий приз, это вообще самый отстой. В смысле, почему? Ну, потому что, во-первых, он не идет к нам в прокачку, а во-вторых, он нам нифига не принесет. Максимум только монеты. Монеты вообще-то тоже хорошо. Угу, только на моем основном аккаунте. А здесь они были вообще нафиг не нужны. Так, Кубик, отсюда нужно срочно сваливать. И я даже знаю, куда я прямо сейчас пойду. Куда, Кубик? Что ты задумал? Короче, скажу тебе по секрету. Я прямо сейчас отправлюсь смотреть следующее видео. Оно здесь уже появилось. Если хочешь со мной, нажимай на него скорее. А еще не забудь нажать на лайкосик и на кнопку подписаться. Это очень важно.